Петербургских школьников зазывают идти в моряки. В университете морского и речного флота имени адмирала Макарова проходит патриотический морской конкурс. Еще в прошлом году в конкурсе участвовали студенты, а в этом уже школьники. Причем команды собирают из всех 18 районов Петербурга. Старшеклассники будут соревноваться в лучшей фотографии на морскую тематику, сразятся знаниями в морской баталии, споют песню о море. Ребята своими руками строят эти корабли, на которых они будут ходить. Например, там швирботы, шлюпки. Построили, и в течение года происходит это. Летом они выходят в навигацию. А победителей и призеров конкурса при поступлении в морские вузы ждут небольшие привилегии. Сейчас соревнуются по системе ЕГЭ, поэтому здесь мы не можем, так сказать, нарушать законодательство, но при прочих равных, конечно, будут учитываться достижения. И портфолио сейчас всегда представляется всеми абитуриентами. Патриотический конкурс «Морской район морской столицы» стартовал в рамках программы «Морское наследие Петра Великого». Итоги проекта и конкурса организатора подведут в ноябре на традиционном морском балу.